Жми на follow, лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня. Жми и добавляйся в друзья. Всем привет, вы на канале Тыковка ТВ. И всем привет, с вами я, Безубик. И с вами я, Дневная Фурия. И сегодня Катя на нашем канале будет показывать, как делать наших детишек из пластилина. Ну да, всем привет, ребята, всем привет, это я. Вот у меня тут стоят Беззубик и Дневная Фурия. И примерно по их примеру я буду лепить их детишек только чуть-чуть поменьше. Ну или они будут выглядеть примерно так же. Если что, не судите строго, я как бы не супер, так скажем, творец, лепщик, скульптор, ну вы поняли. И я решила просто слепить детишек, потому что раз уж я хочу делать сериал, то там должны быть детишки. Вон, вы видите, у меня в домике уже вот яйца. То я их лучше слеплю, потому что я очень люблю лепить из пластилина. Ну, вот вы узнаете, как лепить как раз детишек. И чтобы вы не говорили, ты сейчас налепишь Дневную Фурию просто и без Зубика, и типа все, детишки нет. Я буду прямо точно идти по плану, по вот такому вот плану. Это пазл с магнитом. Я его купила, у меня не один такой пазл, у меня есть еще один, ну, только с Беззубиком Дневной Фурии, но нас сейчас интересует именно этот пазл, именно с детишками. И по вот этому небольшому плану, примеру, я буду лепить вот маленьких детишек, маленьких ночных сияний, как, ну, как их называют, или как по-английски nightlets, ночные сияния. И если что, хочу вам сказать, что самый мой любимый персонаж из этих троих, вот эта девочка. Она девочка. И по моему комиксу, я вам открою небольшой секрет, вот эти двое будут мальчики, а это девочка. Ну ладно, давайте положим. И я вам покажу такой странный листик, на котором изображен примерный план, как я буду делать этих детишек. Если что, вот это хвост, вот сейчас покажу вот этот хвост, это хвост вот этой девочки, потому что, видите, у нее вот такой вот черненький хвост, у других вроде такого хвостика нет, поэтому я сделаю мальчикам вот такие хвосты, а ей вот такой хвостик. Я взяла, так скажем, для примера тело девочки, просто она беленькая, как бы я решила ее, как бы, так скажем, разобрать, чтобы примерно с нее лепить других, так как они почти похожи, только отличаются разным цветом там, ну, а так они все похожи, ну, еще хвостами. Поэтому я буду сегодня лепить вот этих вот трех милашек-очаровашек, самых миленьких деток, деток Беззубика и Дневной Фурии. И название, конечно же, этих деток, и, так скажем, кто будет в дальнейшем как бы главным персонажем, вы узнаете в следующем видео, в третьей части. Только не забывайте ставить лайки, а то я не буду просто выпускать, поэтому обязательно ставьте лайки. И давайте начинать. Начну я, не знаю почему, но я хочу начать с вот этого дракона. Не знаю почему, не с девочки, не с него. Мне просто он тут приглянулся. Значит, я буду использовать пластилин такой. Капучи дракон, у меня такой пластилин есть. И я взяла вот этот пластилин. Но я не буду использовать вот этот синий, потому что глаза их не такие. Они вообще яркие. Они вот, смотрите, вот у одного мальчика, вот, у него голубые глаза, они не синие. Поэтому я взяла из другого пластилина голубой цвет для его глаз. Ну что ж, давайте начнем. Я буду лепить здесь. Но я не буду вам показывать весь процесс, я покажу только примеры процесса, а то если я буду показывать, как я лепила, это видео протянется где-то на 2 часа. Поэтому я буду показывать основные такие как бы элементы. Так, еще вам покажу, что я взяла обязательно. Вот такие вот палочки. У меня там еще есть, но я взяла 4. Это для лапок, чтобы фигурка хорошо стояла. То есть, если я сделаю с пластилином, то она будет вот такая вот коситься, коситься и вот так вот разваливаться. Поэтому я взяла палочки, чтобы удерживать эту маленькую
скульптуру, я так буду говорить, потому что это очень на скульптуру будет похоже. Я знаю, что это будет не так, прям как здесь, прям вот красиво. Это будет не очень. Но я попытаюсь хоть что-то слепить, примерно похожее на деток, потому что в сериале про дневную фурию Беззубика и их деток будут они участвовать. И мне их надо сделать, ну и, конечно же, вместе с вами. И по этому плану я вот положу его сюда, чтобы осверлять. Ну что ж, давайте начнем с того мальчика. Сейчас я кусочек себе отрежу. И еще что хотела сказать, я буду смирять малышей с большими драконами, то есть, ну как сказать, смирять. Просто чтобы они не были уж такие большие, потому что они же все же малыши, они должны быть маленькие. Поэтому тут у меня будет стоять Беззубик, потому что я основу беру с Беззубика, потому что мне кажется, он крупнее дневной фурии, хотя... Ну, я ее тоже возьму для девочки. Как бы эти двое мальчика, поэтому я решила как бы мальчиков сделать по Беззубику примерно, сравнивать. А девочку по дневной фурии. Ладно, вот я взяла кусочек. Сейчас из этого кусочка я буду формировать вот эту голову. Сейчас вы увидите. И вот примерно такая голова у меня получилась. Я, конечно, знаю, что это прям не совсем, но у меня еще тут ушки будут тут добавлены, так как у этого мальчика, в моей истории это два мальчика и девочка. Может быть, по реальности это по-другому, но у меня так. У него тут такие как беленькие ушки посерединке, я их добавлю, не знаю, не похуже. Но хоть как-то еще я тут сделаю маленькие ушки тоже. Ну вот примерно этап головы. Такой я, конечно, не знаю, что это не совсем похоже, но примерно сходства такие вот. Ну да, примерно сходства есть. Как бы. Ушки, конечно, они у них как кошачьи получились, такие остренькие, но это легко исправить, просто вот так вот придавить. Так скажем. Ну, в принципе, хоть что-то получается уже. Сейчас я вернусь, покажу вам, так скажем, полностью всю голову. И вот, ребята, я сделала. Я надеюсь, что... Я, конечно, знаю, что это ужасно. Это вообще не похоже. Это вообще... Я с открытым ртом не делала его. Ну, что-то допроклевывается, что-то есть. Вот тут у него рот. Сейчас. Вон там вот я сделала рот. Носик я ему сделала розовенький такой. Ну, вы поняли, то, что вот у него тут, блин, глядец, у него тут розовый нос. Я знаю, что на камеру не видно, но я просто вижу у него нос розовый. И вот такой он красивый. Надеюсь, он вам понравился. Что по поводу вот этих вот шипчиков, шипчики я эти сделаю. Просто я как бы решила их пока не делать, потому что у него, видите, у него как-то тут непонятно, какого они цвета, или черный, или нет. Потому что у него они вот по спинке идут такие вот беленькие такие вот, ну, поняли, вот эти штучки, они у него белого цвета. И поэтому я вот не знаю, вот и все в пластилине. У этого, кстати, мальчика вроде тоже беленькие такие шипчики, потому что, ну, они с братом очень похожи. И я ему тоже сделаю такие беленькие. Этому я тоже сделаю на теле. Сейчас я думаю сделать хвост, тело, все детали. Я их сейчас слеплю и потом вам уже покажу, как я их буду соединять. И, ребята, я вам хочу показать такой, как... межэтапное такое, так скажем, конструкцию тела. Я попыталась учесть все законы лепки, все законы строения дракона. Я точно знаю, что у драконов у них как тут такая грудь пышная, и вот тут идет такая как горочка. Я попыталась это сделать. Конечно, я его подкорректирую немножко, потому что я еще буду лапки, все такое там делать. Но вот уже примерно что-то получается. Я смеряла с Беззубиком. Вот еще раз. Получается, что вот вообще супер, как маленький такой малыш. И вообще Беззубик по сравнению с ним будет гигант. Поэтому все очень хорошо. И пока что меня радует, хотя... Я вам скажу честно, я перед тем, как снять это видео, вообще не тренировалась, я просто делаю все на видео. Я делаю все сама, я никого не прошу, потому что, как бы, я люблю очень возиться с пластилином, поэтому вот вы можете заметить, хотя, ну,
У меня руки в пластилине, как бы вам показать. Ну, пластилин точно есть, вот, ну, как бы я сама это делаю. Видно, что не очень, конечно. Ага, стоять. Ну, хоть что-то получается. Конечно, потом он будет стоять лучше. Вот этот дракончик, это мальчик, я еще раз говорю, я делаю мальчика. И здесь я обязательно, я учту, я обязательно сделаю ему тут беленький животик. Потому что у всех детишек без зубика, у них тут такие беленькие, как животики. Они такие вот миленькие, хорошенькие, как котятки. Честно, я таких котят видела. Ну, не таких, но похожих. Поэтому сейчас я уже буду делать хвосты, крылья, лапы, доделать все основные части. Я буду вам показывать межэтапья. И, ребята, смотрите, кого я сделала. Я сделала маленького Найтлайтса. Я знаю, что это вообще не похоже. Да, я знаю, что это не очень похоже, но я попыталась сделать его. Сейчас покажу. Не знаю, что он кривой какой-то, весь некрасивый. Сейчас, вот. Такой вот красивенький, некрасивый. Вот этот Найтлайтс. Он вот такой вот, вот так. Он, так скажем, функциональный. Крылышки, хвост. Я ему все сделала. Он может двигаться. И сейчас я сделаю его брата и его сестру. А, ребята, я его отнесла в холодильник, в морозилку, чтобы он немножко застыл, так как это пластилин. И сейчас я буду делать других драконов, но я их не буду показывать, как делать. Я их сделаю сама, вы не бойтесь. Вот, если что, доказательства. Руки в пластилине. Я сделаю, получается, вот эту вот... Я карандашом буду показывать, вы не против. Вот эту вот девочку, няшечка. И вот эту миленького мальчика, такие гляски. Я их двоих сделаю, и тогда я покажу всех трех вот здесь. Но я не буду показывать процесс, только, может быть, где-то частями. И потом вам покажу их всех трех, и вы, так скажем, по вот этому вот малышу узнали, как делать, так скажем... Жми на фоло, лайкни меня. И, ребята, вот такие у меня малыши получились. Ну, вы видели, как я делала вот этого славного малыша. И я решила сделать этих двух вне кадра, потому что, я говорю, это заняло бы где-то примерно 2 часа. Я уже все убрала со стола, чтобы как бы не мешало. И сделала я вот этих вот дракончиков. Это голубой, вот такой красивенький. Ну, я буду говорить голубоглазый, ладно? Потому что я пока что не буду раскрывать их имена. А это прекрасная девочка, красавица. Она такая вот, тоже зеленоглазая, как и ее братик. И она беленькая, с черными такими частями. Они вот очень похожи друг на друга. Я попыталась проработать качество. Напишите в комментариях, понравились ли вам мои дракончики, которых я сделала. И ждите третью часть, которая скоро уже выйдет. Она будет очень интересной, я вам гарантирую. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пишите мне комментарии. Пишите, понравилось ли вам это или нет. И всем пока. Пока-пока. Жми на фоллоу, лайкни меня. Лайкни меня. Лайкни меня.